Командор, мы засекли главную цель. Грозный Карнифекс движется вместе с огромной массой тиранид. Карнифекс обладает огромной силой, но именно сила делает его бесценным для разума Улья. Для воспроизведения этих тварей необходимы большие объемы биомассы. Уничтожение биомассы значительно замедлит распространение заразы тиранид. Таким образом, мы выиграем время, за которое Летании Ярости доберется до Аврелии. Отображен на вашей карте. Да пребудет с вами император, командир. Всегда, Марселий. Всегда. Меняю позицию. Братья, вперед! Это просто...
Обнаружены силы противника. Ликвидировать тиранид. Алитус атакован. Нас прижали к земле. На подготовленные позиции. Наступаем на врага. Мы в укрытии. Отлично. Меняем позицию. Я в порядке, братья. Здесь монстр. Саорден, в атаку. Отступить!
помешать праведным воинам. Даркус, ты ведь сражался с некронами на Кроносе, так? Да, и Авитус тоже. Чем они отличаются от тиранид? Некроны намного более смертельный противник на поле боя. У них такое оружие, какого я больше никогда не видел. Но я думаю, что тираниды гораздо большая угроза для Империума. Известно, что некроны уничтожали отдельные системы. Но я никогда не слышал, чтобы они уничтожили несколько секторов, как флот Улья, с которым мы имеем дело. Хуже того, Даркус, тираниды пришли из-за пределов галактики. Мы понятия не имеем о том, сколько еще флотов Улья может быть на пути сюда.